очень хорошо, это сильно горд, что мы выиграли сегодня. Это Северная Корея очень хорошая экипа, да. У них есть качество хорошее, но мы все дали, что у нас есть, наше качество. Мы это, как скажу, we're doing on schedule. Делали по схеме. А по схеме делали и у нас только надо одухат и подготовить игру со Шри-Ланком. Когда поверь, когда третий гол, когда мы забили, тогда я был. Потом, когда третий гол забили, я был уверен, да мы выиграть сегодня. Я нет эмоциональный только когда третий гол забили, я хочу, да это болельщики будут вместе, да будут вместе с нами. Это было тяжело, да? Они хорошая команда. Хорошо, как понимаю. Спасибо вам. Это игрокам. Они получили победу. Не я, они получили победу. Очень спасибо. То есть у вас получился тандем с командой. Вы можете кого-то из игроков выделить в сегодняшней игре? Мистер Романо, да? Our captain. Да. Но все игроки, они были на хорошем уровне. Мы хорошие были сегодня. Конечно. Но только устал после игры, это голова болит. Почему? Что нам надо было выиграть. И сейчас мы это, можно убрать это второе место, да? Сейчас это Шри-Ланка самая важная игра. Все, позабить. Это закончила игра, позабить только Шри-Ланка. Беспокой это у нас. Получили травму, это очень жаль, что получили травму. Сапаров, да? Мекан Сапаров. Не буду, да. Миша тоже, да? Проблем, да. А может Руслан Газов остановиться? Не можно. Не можно. Это тяжело будет за нас. Но игроки у нас есть. Количество есть. Качество. Вторые игроки, они ждут на это, как шанса, да? Ждут, что они будут показаться за 5 дня. Для Скажите, пожалуйста, возрос уровень туркменской команды после того, как они начали тренироваться с вами? Да. Я думаю, да. Ну, как я вчера сказал, в первую очередь надо со стороны болельщиков, чтобы нас поверили. Вся страна, чтобы болел, верил. Вот тогда мы можем все вместе победить. Здесь не только... Как говорится, коуч играет или я играю. Все вместе можем. Да. Вот это спасибо в первую очередь болельщикам за то, что поддержали нас, верили. Мы, конечно, верили с первых минут, что мы выиграем дома. Ну, так и получили. Но всегда первые минуты все команды концентрированы, что не хотят первых минут пропускать. Все пока еще силы есть, бегут, стараются. Ну, когда уже игра успокоилась, мы наладили свою игру. Мы получили пространство, пустую зону и забили. Я честно сказать, ни одну минуту не сомневался, что мы сегодня ничего сыграем или проиграем. Я верил только в победу сегодня, потому что я видел ребят, как горели, хотели. Когда настрой такой, видно, что любого можно выиграть. Если все вместе, всех можно выиграть.